Сука, царицы! И чё? Чё мне тут делать? Я что, курица? Я что, буду высиживать эти яйца? Да это не яйца! Это не яйца, это шарики! Давай! Привет-привет, друзья! С вами Кекс, Мультипульти, все вкусняшки мороженок. И сегодня, друзья, у меня новый побег, друзья! Побег из лабиринта, из тюряги Семён Петровича, нашего друга! И лабиринт, друзья, называется лабиринт Попит. И так вот он, смотрите, очень опасный лабиринт Попит с динозаврами, с разными штуками. И сможет ли Семён Петрович? Итак, друзья, ну чё, погнали! Опять в этой тюряге! Помогите, спасите! Как мне отсюда теперь выбраться? Кексик, помоги, братик! Давай, давай, Семён Петрович, в унитаз, в унитаз! Куда? В унитаз? Сам ты лезь в унитаз! Я не полезу! Давай, 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 другого выхода нет! За мячиком! Ой, капец, вонища-то какая! Ой-ой-ой! Молодец, проходи вот это! Ой, это что за страшило! Не бойся, не бойся, я тебе буду подсказывать! Ладно, буду тебя слушать, хорошо! Чё это за шарики? Да какие, что это? Давай, 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 Сёма, лезь по ним, лезь, молодец! О, какая морда! Ой, что, прям туда лезь? Прям туда? Давай, давай, лезь, рот откроется, ты проскочишь, он не успеет тебя укусить! Он меня сейчас перекусит! Нет, нет, давай, ты сможешь! О, получилось! О, о, вот это да! Сегодня что-то как-то сложно. Вообще капец. Давай, давай, давай. По трубам аккуратненько. И потом залазь на большой попит. Давай. Я боюсь. Я боюсь вылазить. Смотри, какой, какой огромный попитище. Ого. Ого, если он взорвется. Сейчас он будет вращаться, как только он повернется. А где выход? Выход-то где? Там и выход. Вот, давай, вылазь быстрее. Давай, Сёма, давай. А куда теперь? О, ого, это что такое? Что это такое? Да это бассейн, не бойся. Проходи этот бассейн. Давай, давай, шевелись. О, как тут мягенько можно покупаться. О, мне нравится тут, а не пойду дальше. Да давай, это же побег, шевелись, шевели своей задницей мохнатой. Ну ладно, так и быть. О, еще один попит. Сколько их тут? Так, интересно, а что меня ждет сегодня за приз, а? Тебе понравится, там будет большой вкусный орешек, как ты любишь. Ну... Хорошо, раз хороший приз, я смогу это сделать. Ух ты, это какая-то качеля, качелька. Ой, 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 ой. Давай лезь, лезь сюда и приходи вот эту пружину. Проходи, проходи, давай, давай, быстрее. А чё оно всё трясётся? А. О, нет, дальше не пойду, не хочу. Все, хватит. Давай, Сёма, давай, не бойся, ты сможешь. Молодец, перелазь эти попиты, давай. Сюда, да? Сюда лезь? Да, молодец, по стрелочке иди и залазь на большую. Ага, увидел стрелочку, увидел. Ого, о, какая, какие они красивые, эти попитики. Давай, давай, давай. Так, стрелочка, я вижу, вижу. Какая-то группа. Эта груша нельзя скушать. Пролазишь в нее и давай по стрелочке в это отверстие. Там шары. Ля! Сколько царичев! И чё? Чё мне тут делать? Я что, курица? Я что, буду высиживать эти яйца? Да это не яйца! Это не яйца, это шарики! Давай! А где выход? Выход-то где? Вон стрелочка, пролазь сверху, давай! А, вот тут-то! Ага, понятно! Молодец, молодец, вперед! Ой, что-то не получается! О, получилось! Давай, давай!
Молодец, хорошо идем, Сёма, отлично, давай в отверстие пролазь. Сюда, да, сюда. Да сюда, говорю. Сюда, да. Да сюда, блин, давай, молодец. А это что за баррикада? Да вперед. Ой, мамочка, я не смогу, я боюсь, оно меня сейчас как лопнет. Да не лопнет, давай только осторожно. А как скользко, я как на льди, ой. Вот это лапища, капец. Смотри, чтобы она тебя не грохнула, проходи ее сбоку. Так, молодец. Видал, я ее прошел. Красавчик, залазь на лифт, вот сюда залазь, не бойся. А это что за качели? А? Это не качели, это лифт. И теперь по вот этим трубочкам лезь, не бойся, только не упади. Получилось, ты видел? Я мог сорваться, да! Молодец, вперед! Что это? Ля, оно прилипает! Оно липнет ко мне, оно прилипает, ты видел? Что это за липкие шарики? Давай, молодец! Давай, отлично, Сёма, вперед! Все, почистился. Давай теперь в отверстие лезь, иначе тебя поймают. Это же побег из тюряги. Ой, попка застряла. Моя попочка. А что делать теперь? О, получилось. Ты вроде что поправился, я смотрю. Как ты в таких трубах-то застреешь, Сёма? Ладно, давай, на звездочку залазь, не бойся. Аккуратно залазь и вперед. А куда? Вниз или вверх? Видал? Да, как я могу? Я могу, да. Вниз теперь, вниз и залазь в вагонетку. Ты трубы. Вагонетку. Я в них вообще почти никогда не пролазу. Сюда, да, сюда. Да, садись, она сейчас поедет, только не бойся. И чё? Всё, приехали, да, приехали. Она меня куда-то везёт. Конечно везёт. Слазь сейчас с неё, ты должен слезть. И там динозавр, но ты его не бойся. Динозавр? Я боюсь динозавров. Я его боюсь. Да не бойся, это же папи, не бойся его, ты чё? Давай в отверстие лезь, быстрее, он тебя не укусит. Чё, прям лезть, да? Прям лезть? Ладно, так и быть. Так и быть, залезу сюда. Давай, время, не тяни резину, Сёма, давай. Ух ты, а чё это? Да, шарики такие. Он какой-то городочек. Городочек, вперед давай, хватит нюхать. Ну ладно, чё сразу кричать, ускоряться. Мне тут нравится, ты смотри, как тут красиво. Вот эти шарики, которые висят, это бомбы. Смотри, а то как рванут. Попитные бомбы, их не трогай. Аккуратно проходи сбоку, давай. Какие классные шарики! Аккуратнее, не трогай их, блин, не трогай! Опа! Так! Сюда, да сюда! Ладно, так и быть! Я тебя послушаю! Ты мне хорошо подсказываешь дорогу, кексик! Так, и залазь наверх, а потом снизу спокойно пролезешь, и все, молодец. Чё, ну вращается, а чё я не могу пролезть? Получилось. Не пролазит, голова не пролазит. Пойду сверху. Молодец, все, давай залазь в этот замок, залазь. А куда теперь? Куда? Сюда? Да, в замок, говорю. В замок? В замок лезь, да? Ладно, хорошо. Ой, чем-то пахнет. Морковочкой пахнет, морковкой. Да это не морковка, это орех, говорю. Вот он, дождался. Мой приз. Обожаю орешки. Ребята, а вы любите орешки? Какая вкуснятина! Ну что, ребята, понравилось вам приключение Семен Петровича, как мы вместе с ним
прошли этот лабиринт попитов, друзья. Если понравилось, лайк, подписка и комментарий. А с вами был я, Кекс Мультипульти. Всем вкусняшек и мороженых. Всем пока. Давай.